Мы, армянский народ, отвечаем вам словами Михаила Юрьевича Лермонтова: «Прощай, немытая Россия!» И там есть такой чмошник В.К. Гаспарян. Фамилия-то хорошая, в общем-то, знаете, на сидор. Остановлюсь на нем конкретно. Но я помню, немножко занявшись им, что это не просто чмо, а какое-то дерьмо. Если такие люди в Армении начинают собирать каких-то людей, сколько бы за них ни голосовало, менее 1%, более 1%, это тревожный фактор. А то, что деградация молодежи может достичь критического, и это закончится очень плачевно для армянского народа. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.